Я приветствую всех в этом зале. Здравствуй, команда по Берлину. Для меня большая честь стоять на этой замечательной сцене и быть участником этого грандиозного события. Мы все только что получили подарки и признания от компании. Получать подарки – это всегда приятно, правда ведь? Уверена, что каждый это любит делать. И наша компания дает нам такую возможность. Мы придерживаемся 5 принципов компании. Один из принципов компании «Faberlic» – достигать финансового благополучия. И это тот подарок, который мы можем подарить неограниченному количеству людей. Показать путь достижения финансового благополучия. Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы создать себя. Бернард Шоу. Именно возможность создать себя и помочь в этом другим есть в нашей компании. Каждый, кто приходит в бизнес, задает вопрос: как же достичь высокого статуса? Как же покорить лестницу успеха Faberlic? Конечно, нельзя сделать высокий статус в одиночку. Здесь очень важна команда. Команда, которая идет с тобой в одном направлении и которая всегда готова поддержать. Строить команду в сетевом – это главный ключ к успеху. Что же отличает команду от группы людей? Конечно же, общая цель, ответственность за результат и поддержка друг друга. Сетевой бизнес – это бизнес отношений. И от того, насколько верно выстроены эти отношения в команде, будет зависеть ваш общий успех. Командная работа – это мощный инструмент для личностного и профессионального роста каждого консультанта в нашей команде. В нашей команде есть несколько важных моментов, которых мы придерживаемся, чтобы сделать работу команды более эффективной. Ставим четкие, иногда амбициозные цели и добиваемся их выполнения вместе. Мы всегда открыты к общению и коммуникации. Все общение строится на взаимоуважении, понимании и честности. Наши люди уверены, что здесь их выслушают и поддержат в нужный момент. Мы ценим уникальность каждого лидера и консультанта. У нас есть общие традиции, и мы празднуем успехи команды. Будьте уверены в том, что вы делаете. Люди идут за уверенными лидерами. А еще есть очень важное слово – любить. Любить нашу компанию, любить продукт и любить людей. Да, чтобы стоять на этой сцене, необходимо пройти определенный путь. И у каждого он свой, но однозначно – это не всегда легкая дорога. Вкладывая свое время в построение взаимоотношений в команде, создавая сплоченную команду, вы очень скоро можете достичь успеха, и вам покорятся любые цели. Уверена, что каждый сидящий в этом зале может повторить наш результат и приумножить его. Я всегда очень трепетно и с особым восхищением ловлю каждое слово,
одного очень мудрого человека, основателя нашей компании, уникального и неподражаемого Алексея Геннадьевича Нечаева. Запомнилась его глубокая фраза: «Полезным надо быть, а не казаться». Она четко и емко передает смысл нашего бизнеса и наш настрой в работе. Ведь именно благодаря Faberlic мы делаем счастливыми других. В этом наш инструмент работы и секрет активного роста. От всей души хочу поблагодарить руководство компании и всех, абсолютно всех, кто причастен к нашему успеху. День рождения нашей любимой компании. Желаю ей новых инновационных решений и процветания, а всем нам стремительного роста по лестнице успеха в Faberlic! Марина, мы благодарим вас за такие мотивирующие прекрасные слова. Еще раз поздравляем вас с вашим невероятным успехом. Аплодисменты, друзья!